Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом ролике я расскажу о двухдиновой автомагнитоле Pioneer MVH S620BT. В описании вы найдете ссылки с лучшими ценами на эту модель. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если обзор будет вам полезен, поставьте лайк. Модель S620BT в размере 2DIN имеет увеличенный в размерах энкодер и экран. За счет этого ресивер удобнее в управлении, чем, к примеру, обычные головные устройства размера 1DIN. Установочная глубина корпуса меньше 10 см, если считать от посадочной плоскости. Это удобно, если панель имеет проблемное посадочное место, а таких автомобилей немало, или же когда Pioneer будет устанавливаться взамен штатного головного устройства. Подсветка кнопок достаточно равномерная и яркая, при необходимости яркость можно отрегулировать, доступно 10 градаций, причем раздельно для кнопок и экрана. Цвет подсветки тоже можно выбирать и тоже раздельно для кнопок и экрана. Отдельно можно задать режим мерцания панели при поступлении входящего звонка на подключенный по Bluetooth смартфон. Управлять магнитолой можно не только в основной панели, но и со штатных кнопок на руле, при использовании дополнительного адаптера, и со смартфона, установив на него приложение Spotify. С его помощью вы будете, например, составлять списки композиций для воспроизведения и настраивать звучание в соответствии со своими предпочтениями при помощи 13-полосного эквалайзера EQ. Модель Pioneer MVH S620BT имеет полноценный встроенный процессор DSP. Функция Time Alignment позволяет задерживать сигнал в отдельных каналах, тем самым виртуально отодвигая динамики и как бы выравнивая расстояние до них. В автомобиле разместить динамики акустических систем оптимально, как это делается в домашней стереосистеме, физически невозможно, а с задержками можно получить правильную и равномерную звуковую сцену и избавиться от эффекта, когда звук прилипает к динамикам. Эквалайзер имеет 13 полос регулирования. Усиливая или ослабляя отдельные частотные составляющие, можно гибко корректировать характер звучания и даже избавляться от характерных косяков салона. Эквалайзер, к слову, тоже удобнее настраивать через приложение в смартфоне. Можно подобрать звучание по своему вкусу в буквальном смысле одним движением, просто проведя пальцем по экрану и нарисовав нужную АЧХ. Ну или просто выбрать один из предустановленных вариантов. Кроме традиционных форматов MP3 в MEA, аппарат поддерживает формат AAC в кодировке iTunes с расширением .m4a, несжатые файлы WAV и формат FLAC, причем вплоть до разрешения 192 кГц на 24 бита, а это на минуточку уже High Resolution Audio. Bluetooth. Звонки по беспроводному подключению с широкополосным кодированием речи, беспроводная передача потокового аудио с поиском по исполнителю, альбому и композиции, простое сопряжение и управление звуком, а также беспроводные технологии Bluetooth обеспечивают безопасность и удобство во время вождения. Pioneer Smart Sync App Pioneer – удобное приложение для синхронизации, позволяет использовать функции вашего смартфона. Он подключает ваш смартфон к совместимым автомобильным стереосистемам Pioneer. Поддержка iPhone. Благодаря iPhone Direct Control вы можете управлять своим i-устройством непосредственно с приборной панели автомобиля, наслаждаясь превосходным звучанием. Совместимо с Android. Выполните подключение и воспроизводите музыку на устройстве без каких-либо приложений. USB вход. Подключите любое устройство с помощью интерфейсного кабеля USB, чтобы зарядить устройство или насладиться чистым четким звуком. Spotify. С помощью приложения Spotify достаточно подключить смартфон, чтобы удобно выбирать любимые списки воспроизведения, альбомы, композиции, а также исполнителей с помощью органов управления на главном устройстве. 13-полосный графический эквалайзер. Настройте выход звука, чтобы отрегулировать воспроизведение в соответствии со своими предпочтениями. Многоцветная подсветка. Раздельная RGB-подсветка кнопок и дисплея. Возможность выбора из 210 тысяч оттенков. FLAC. Возможность воспроизведения файлов цифровой звукозаписи FLAC Lossless в автомобиле с помощью специального выхода с качеством компакт-дисков без необходимости преобразования. MixTrax. MixTrax создает бесконечный микс из вашей музыкальной библиотеки для идеальной вечеринки, дополняя ее рядом диджей-эффектов и клубной цветомузыкой. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил основные недостатки модели. Глянцевый экран легко царапается. Цена сильно завышена. Постоянно вылетает приложение.
Экран с огромными точками из начала 2000-х. Малая яркость дисплея. Избыточная яркость кнопок и кантика. Немного сыроватое приложение для телефона. USB могли бы и сзади сделать. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным, поэтому сейчас расскажу о положительных сторонах. Превосходное качество звука даже при высокой громкости. Очень быстро коннектится по Bluetooth. Отличное, очень информативное и удобное приложение. Гибкие настройки динамиков, срезы, задержки и так далее. Настраиваемая подсветка. Поддержка формата FLAC. Встроенный процессор. Приятные кнопки и колесико. Очень красивый дизайн. Возможно, вы стали владельцем такой автомагнитолы и захотите поделиться своим мнением с нашими зрителями в комментариях. Ссылки с лучшими ценами на эту модель вы найдете в описании. На этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать колокольчик. Всем пока!